Добрый день. 4 октября 2017 года. Я не мог не сделать акцент на курсе валют на сегодняшний момент. Сейчас обеденное время. В банке доллар покупает 26.75, продают 27.20. Причем на продажу доллара нету, только покупается. На тротуаре Полтавы доллар покупает 27 ровно, 27.10. Продают 27.40, продают 27.50, в зависимости от объема сделки. В Киеве доллар покупают 27.06, жестко большинство предложений, продажа 27.20. Ну и интересный факт, в Донецке доллар покупают 27.30, 27.35, продают жестко по 28 гривен. То есть мы видим, что доллар начал расти на глазах. Всем хорошего настроения.